Подождите, зайчишка, кибальчишка, манго. Тихо, тихо, малыш, не кусаемся, не кусаемся. Нос появится, одно яйцо упало. Тихо. Хотела снять сразу и зайти. Ага, получится у нас тут снять и зайти. Мои чигани, любимые. Зайчик мой злой. Злой зайчиш. Кибальчиш. Андрюшка мой. Андрюшка. А это Лёшка. Лёха, Лёха. Тихон, Тихон. Ты моя сладкая, злая зентина. Короче, вот они все. Там вон собаки насидят. Маруська. Яйца любит. Яйцо упало одно. Ой, нос. Глянь, манго носом. Я одно манго. Два подписчики привозили, девочки. Семейная пара приезжала. И вот и привезли манго два. Вот я второе почистила, уже спелое, зачистила. Дольками вот так нарезала полосочками. И все. Опа. Злая женщина говорит, что ты про это манго говоришь, да? Злая женщина, смотри. Глянь, какое оно спелое. Носатыч. Глянь, шнобелечек. Нет? Не, ему нравится манго. Он сейчас просто еще не понял. Марусь. Глаз Зинсина. Так, я что-то вообще не поняла юмора, прикола. Ты мои сладенькие. Так, ну-ка прекратить. Идите к себе в вольер. Вот у них вольер есть. Один большой длинный вольер. И несколько маленьких. Они все равно сидят вот здесь. У них кинотеатр. Но сейчас, когда похолодает у енотов будет это все закрыто. Вот, поэтому... Да, да. Марусь, мой Марусь. Маруся себе дает уже гладить. Чесать себе дает уже. Степа. Вот, сейчас еще сниму видос.